Это лет 15 написал для украинцев. Разницы нет. Так, хорошо. Веками делила элита, снабжаясь пороком. Сначала делила Христа, делила луга и поля, затем крепостных ненароком. Потом при последнем царе делила контракты в казне, делила контакт, делила права, избавившись от протестантов сперва. Затем разделилась страна в кровам 17-м. После делили икру, колбасу. Делили бюджеты гулагов. Молодец. Делили сырье вурдалаки. А упыри делили лес, что вырос в прекрасной стране до небес. Делили и рясы, попылоботрясы. И нефтедоллары войны, что на галерах уплыть из страны. А депутатские мандаты делили вновь социопаты. Ну вот, подойдем к той черте, за которой делить больше нечего мне. Когда перестанем делить, то станет вдруг не на что жить. А дети и внуки спросили, чему же вы нас научили? Теперь мы хотим умножать, ведь мы не хотим умирать. Но слезно сказали злодеи, что мы умножать не умеем. Мы все здесь отмыли и все поделили, ёпта мать, ищите другую страну. А в этой, блядь, пойдете ко дну. Хранить вас не сможем, не в силе. Ведь кладбище мы, правильно? Разделили, ёпта. Здорово. Да. Да, мне сказали, можно позитивно закончить? Можно, легко. Так запишите в конституции страны. Пишем. С тем, кто делил стране, не по пути. Элиту свою проклянем. А деньги впервые в истории обратно вернем. Спасибо. Спасибо большое. Здорово.